Такая версия появилась, поскольку новое назначение на эту должность недавно анонсировал руководитель региона Виктор Томенко. Промышленный вице-губернатор должен курировать работу Минпрома, Минстроя, Минтранса и управления по тарифам. А это как раз те сферы, в которых неудачно проявил себя Сергей Дугин за время правления городом, пишут некоторые СМИ. В качестве примера приводят коммунальные аварии, которых в Барнауле предостаточно. Но напомню, что официальной информации об уходе Дугина с нынешней должности нет. Однако, как известно, слухи не появляются на ровном месте, а потому журналисты обсуждают и возможных преемников Дугина на посту главы Барнаула. По некоторым версиям, это будет Сергей Приб, генеральный директор «Алтайкраэнерго» и депутат КЗС, либо Игорь Волдачинский, бывший директор вагоноремонтного завода. Напомним, Сергея Дугина назначили на должность главы администрации города Барнаула в конце 2015 года, а уже в конце 2017 на заседании Барнаульской городской думы его избрали главой краевой столицы. И находиться в этой должности Дугин должен еще минимум 3 года.